Главной темой для экономистов всего мира вот уже несколько недель является, возможно, дефолт в США. Там Конгресс почти полгода не дает правительству наращивать госдолг, который сейчас превышает 31 триллион долларов. Все это означает, что через месяц самая богатая страна мира может перестать платить по счетам. Президент США уже высказался о последствиях негативного сценария. Дефолт обернется мировым кризисом. Алтын Миндыбаева выслушала мнение на этот счет казахстанских экспертов. Возможный полномасштабный дефолт США и, как следствие, мощнейший мировой экономический кризис. Такие неутешительные перспективы анонсируют американские банкиры и первые лица страны. Дело в том, что Соединенные Штаты тратят из бюджета больше, чем собирают налогов. А недостающие берут в долг. Сейчас он превысил 31 триллион долларов. Потолок уже достигнут. Максимальный объем государственных займов ограничен законом. Главные американские партии не могут договориться об увеличении порога. Республиканцы требуют резкого сокращения бюджетных расходов в обмен на повышение потолка госдолга. А демократы во главе с президентом настаивают, чтобы долговой лимит был повышен без предварительных условий. В целом предельный уровень необходимо повысить на 1,5 триллиона долларов. Потолок долга должен быть поднят. У Минфина все меньше возможностей предотвратить негативный сценарий. Неспособность Соединенных Штатов платить по счетам поставит под сомнение нашу кредитоспособность. Если Конгресс не будет действовать быстро, мы, вероятно, увидим последствия для финансового рынка страны. Сейчас Министерство финансов США тратит налоговые доходы и деньги, накопленные ранее. Но без новых поступлений этого будет недостаточно уже в июне. И если порог не увеличат, то все платежи, в том числе и по имеющемуся госдолгу, придется остановить. Об ужасающих перспективах говорит и глава Белого дома. Если у нас будет дефолт по нашему долгу, у всего мира будут проблемы. Нынешний кризис создали республиканцы. В случае дефолта экономика страны скатится в рецессию. Сейчас не время рисковать миллионами рабочих мест. Американские экономисты тоже анонсируют обрушение рынков и снижение доходов населения. Если это произойдет, то, конечно, скажется и на ситуации в нашей стране. Но казахстанские экономисты успокаивают. Полноценный дефолт в США маловероятен. Даже если случится технический дефолт, он уже был около 6, кажется, 5 или 6 раз в истории США, последний раз в 2013 году, это не значит, что Америка обанкротилась, что все предприятия встали. Может немного вырасти индекс доллара. Настоящий дефолт США не грозит. Они могут напечатать столько долларов, сколько они хотят. У них выборы скоро. Президентские. Это элемент политической игры. Сейчас классное время ущипнуть администрацию Байдена, показать, что республиканцы обладают силой. Негативный сценарий для Казахстана возможен только если республиканцы и демократы все-таки не смогут договориться и допустимый технический дефолт затянется. Если он затянется более чем на полгода, если они не будут платить по своим текущим облигациям, которые уже выпущены, на самом деле это тоже минимальный шанс, потому что в бюджет заложены обслуживание госдолга, и эти деньги есть. Им не хватает чуть больше денег, чтобы обслуживать новые облигации. По старым они платить будут. Да, если по старым они не будут платить, тогда да, у нас могут быть проблемы, у нас много этих облигаций в ЕНПФ и в Насфонде. Мы просто недополучим деньги в наш фонд. Ну и весь мир, потому что весь мир покупает их облигации. Последний раз угроза объявления дефолта над США нависла 10 лет назад. Госорганы страны 2 недели не работали из-за спора вокруг бюджета. Тогда предельно исчерпанный лимит превышал 16 триллионов долларов. Но позже закон, позволивший возобновить работу федерального правительства и повысить лимит госдолга, согласовали. Таким образом, проблема решилась. Сейчас Байден готовится к переговорам о бюджете с республиканцами. И пока особых колебаний курса доллара не предвидится, считают казахстанские экономисты. Алтын Миндыбаева, Жанна Кимбеков и Дидар Илеу, КТК.